Президент России Путин дал поручение регионам Федерации оказывать всемерную помощь и поддержку вооруженным силам оккупантов. Одними из первых откликнулись. Привет, Тюмень! Передаем вам пламенный привет из зоны СВО. Хотели бы поблагодарить наших дорогих депутатов городской Тюменской думы за то, что предоставили нам автотранспорт для эвакуации раненых. Мы очень долго ждали, когда он к нам приедет. И наконец-то дождались. Теперь мы сможем спасти больше наших товарищей. Спасибо. Самое смешное, что этому корыту пришлось преодолеть расстояние 2700 километров минимум для того, чтобы добраться из далекой-далекой Тюмени на украинский Донбасс.